Щитник. Коритель. Осталось чуть-чуть. Ну, если пожарника сделаем, то считай, уже все сделали. Угу. Слезы еще есть. Да нахера не надо. Как нахер? Ну, завтра сделайте слезы с кем-то. Другим уже. Махните кулак шаманом. Цветочек тяните, босс там не сагрится, если что, хваткой. Давайте под босса. Пэт сагрил на босса? Пэт сагрил. Все под босса. Давайте дадим воображаемый рост и убьем босса. Трэш. Без массы, без массы, ребята, без массы. Да? Просто бейте босса точечно и все. Трэш никто никого физическим уроном не бьет. Лучах не стоите. Дар, слейте дар справа. Прикинь, ДКЛ. Нет, не сливайте дар. Костюм убивать тоже айтинг, если что. Ну да. Опа. Я прожал мастера нормально, костюм. Ну, спасибо. Вообще. Так для каждый босс, да? Что там, осколки есть, да? Какой ни одного осколка еще не было. Что за дерьмо? Выпейте. 97. Ларь. Пальпация алхимик есть. Руки на НХ. Ничего такое, НХ получится, даже танчить сможет. Ну да, убери. Хранительница жизни. ДФБ идет? Да. Все, идет, убери. ЖК Энимал, сыграем обоссу на этих двух плитах, слева и справа, туда у кнопки не ходи. А потом мы бы бой вешали. Только тут вот слева-справа убьем, а у кнопки не пролетим. О, завоеватель. Ну да, ребята, на посланника. Сейчас я этих еще приведу пару штук. И шкаф поставьте и сумоньте шамана. Не ждать его. Так, надо хил здесь. Надо хил, надо хил. В прошлый раз 4. Наверное, другого очень тащит.
Ну, у меня нитр, да. Рисе. Хочешь зайду? Ярдру. Рисе. Давай, Халиса, на Севердро. Изи Хилакс ДД. Так как я хила еще и по Терелю. Надо вам подхиливать хорошо. Не, ну если с Фогой. Со связкой Фога, Корда, Батлипер. С моим Эрельством мы не захилим здесь ничего. Давай Фога в сове, а Халиса, на Севердро лучше так, пускай будет. Что, есть алхимия? Могу вместо тебя поселить. Ты же время. Если проще будет. Ну и тут нету ничего. Ну ты как этот расстрашена. Пеппер готов. Да, он на месте стоит, надо отбежать от него. Да, на тебе вешается дебаф. Так а зачем отбегать? Он языку прожимает, и он стоит на месте. Не надо напрягать хилов. Так его не пробьет. Я не знаю, у меня в рейдах всегда мои такашки мне не бегали. Ну хотя какая мне разница делать, хотите. Ну, вдруг 5 хилов залагает в этот момент, и танк упадет. Пайпер готов? Да, пока мистик. Пошли за звездой. Чё, пожарник? Да, пожарника. А Артвейдер это кто? Пойду убью мобов пока. Может 5 хилов пойдем? Пожарить, да, желательно. Ну, было бы неплохо. Просто по факту сейчас. По факту сейчас 3 там хила. Из ретрика кто-то думает, а ауру от меня постоять, а? Гутербол, да, давай, поможешь похилить. Да, тут надо огонь, наверное, поставить. Мне кажется, чего подразумевает это. Ждем лука. Дайте линеры. Ну и рыбку поставьте. Туре. Заклинание. Все, я тут. Походи, Пеппер, готов? Ты тут? Да, я тут. Давай. Запустил. Интересно, что будет. Танчи его в центре. Так, тоже надо отбегать. Так, босса можно бить, судя по всему. Милики, танки. Отбегаем в РДД зону. Килы вас доставали. Убегаем, шелковый удар. Тащи его обратно в центр, будет второй шелковый. Надо будет стопать дамаг просто. Бейте пока. Дайте мне бутербол, у меня мало было не помню. Стопаем по боссу, стоп по боссу. Сейчас, когда потушит, пошли только моменталками. Слышите, хилы? Только моменталками. Там, а танк прыгнул из земли нас. Когда потушит. Так, отбегаем. Отбегаем. Вы стопнете? Да, добивайте босса. Ну, пошли в звездочки. Альтея, давай гимноману.
Просто за звездой идите. Все. Сейчас будет РФА. Фаза, будем возле босса стоять. Главное, отбегаем от лужи, то я не смогу захилить все. Так, все, да? Погнали. Сейчас все бурстят, давайте. Да, да. Где-то вот так, стойте на границе. Вот так. Вот. Хилы, хилы, в центр не заходите. Так, смотрим, куда ледяная бомба падает. Ледяная бомба падает сзади звезды. Звездочку отходим вот сюда. Подальше от ледяной бомбы. Сатер Рэп, отойди. Сейчас взорвется бомба. Все, взорвалась. Становимся обратно. Главное, не в огне стоим. Так, красная метка там была уже. Там, вон она. А вот она, бабах. Сейчас будет обстрел, значит. Прячемся за спину, короче. Ну, когда будет обстрел, не сейчас. Все, забежали за спину. Видите, как звезда встала? В огне только не стоять. Так, стопаем сейчас по боссу. Стоп по боссу. Босса не бить, босса не бить. Ждем ледяную бомбу. Босса не бить. Где ледяная бомба? Красная. Ну ты красная, да, ничего страшного. Стоит. Стоит. Где она? Она в огне, все нормально, добивается. Добиваем босса. Видим на ману и ТТМ срочно. Дадите от бомбы фога. Да, у нас ТТМ. Давайте к звезде становимся. Фокус Хира, давай гимноману. Все, вертолетик появился. Белорусский самолет. Играйте в него. Белорусский трактор. Но это попозже. Не-не-не. Это на первую новая модель. Бля, надеюсь, вы достаете до него, да? Да, да. Не убейте мобов, которые тушат огонь. Сколько на пути убиваем сигнальный? Сколько на пути, я не сало даю. Отмените звездопад, сейчас умрет. Сигнальных убиваем только на пути, которые к нам. Жжет не надо бить, отбегаем от лужи. Бля. Он нифига не тушит. Так, наверное, надо сюда отбежать поближе, добить босса. А, все, не надо, он сам приехал к нам. Тает, тает, тает. Великий, бейте вот этого. Так, я готов. Осол, бейте. Давайте звездочку. Большого моба слить. В общем, ждем пока здесь. Босс сам придет. Главное, айсфриз танчи его так, чтобы людям было... возможность туда отбегать от огня. То есть... Слейте вот и сигнально стоят, они багнулись и сало дышит. Все, давайте сигнали убей, не бейте его. Давайте сюда. Так, надо три части тела одновременно слить. Так, ледяная бомба, смотрим, где она. Нет, не могу найти. Ничего, это что? Везде. Быстрее, быстрее к звезде, там ледяная бомба, быстрее отбежали к звезде. Все, потушилось, отлично. Так, мины появились, ну это ничего страшного. Обстрел, отбегаем от красных меток, звездочку. Так, прячься за спину. Обстрел будет. За спину вот этим двум пушкам большим. Сейчас будет обстрел, смотрим. За спину забежали. Ой, повернулся, сволочь. Сейчас будешь уводить от... неплохо вы стоите. Мне нравится. Нравится. Там огонь. Ну, а не надо было в огне стоять. Так, Алисила. Ну, да не, мы не добьем. Падайте. Там лям 200.
Два, ну, если в огне, то он к лицом к нему стоишь. Там как-то а коварно звезда... повернулся. Ладно, то сначала туда, то потом сюда. Ну, звезда выжила, просто бежала и все. Одним словом, белорусская техника, да? Я ж в огне не стоял, тогда бежал. Ты думаешь, я мгновенно ухильнулся. Беги, малышка, беги! Я тебе ВРК скинул на отдаление камеры. Ты стой на слоне, стой. Не, думал, убьем сейчас. Сейчас я вдруг зайду, получше будет. Так я зачем? Ну так, а чипку на него получу. Ну ладно, просто. Ну там захили. Он считает, что... там больше нахиливает, я точно знаю. Ну ладно. Да, вон 840 отхила. Мамонт, подожди меня, пожалуйста. Фокус, подожди, пожалуйста. Олеся, поставь сразу шкаф, пожалуйста. Ага, спасибо. Все, спасибо. Что, будем ждать конта 2 минуты или быстренько без него убьем пожарного? Может, нарез на него было бы сейчас. Давайте бафаться пока. О, он специально отошел с аспектом стаи. Мы без него начали. Надеюсь, он привязался, да? Паладина, бафните по себе МК. Может, знаете, что делать? Аспект стаи включать на ласт фазе, на пожарную. Чтобы быстрее сдохнуть, да? Ну да. Быстрее убился. Не, быстрее отойти от обстрела. Все, погнали, киллер сразу здесь. Пошли на точку. Можете одну секундочку подождать? Вроби дух стой. Да. Все, извиняюсь. Мы запускаем. Стаю вырубите. Стаю вырубите, ханты. Это классика. Блин, вы тоже отбегаете от плазмы, как и я, потому что считаете, что это огонь не развился. Мне уже не нравится. Да просто ж плазма раскидывается не одновременно, разливается, вот как сейчас, например, да? Миш? Это напалм, не плазма.
Да, ну там, прав. Стоп, я по боссу забыл сказать. Удивляюсь сейчас. Так, теперь можно сливать код. А, не, не сливать, подождите, блядь, вы потушил еще. Все, бейте. Нашли звезду. Давай, альте, один на ману. Держи тотем. Больно. Сейчас Юпи, Юпи. Убегаем. Чё Юпи? Назовись. Я стоял. Он растерялся, не знал, куда бежать, и вы сразу кричите на него. Метки же в рейде всего лишь две. Шаман чаран, шаман. Так, ледяная бомба, смотрим, куда падает. Так, где она, где? Блин, классно упала, мне тоже понравилось. Давай, отбегаем. Звезде отбежали все. Да, старый рэп отбежал. Неплохо отбежал. Как видел? Подымай. Теперь можно бить босса. От красной метки отбегаем сова. Чаран просто вылетел. Дайте эту кашку попристал. Так, скоро будет обстрел. Забегаем. За спину сбегаем, прощайте, присты. О, вот это вам повезло. Просто от огня отходим. Видите, как звездочка делает? Можно забить на дамаг, просто выжить в этот момент. Так, отбегаем. Стоп, стоп, стоп. Боссу, стоп по боссу. Надо, чтобы он это дерьмо потушил. Милики, отбегайте от босса. О, ледяная бомба, все, добиваем. Бежим за звездой. Ты бомбу бежишь. Да, да, вижу. Да блин, просто ну, ракета неправильная работает, анимация ракеты. Ну давайте центр зальем, здесь станем пока. Послушаем белорусского робота. Бьем пока воздушное судно. Ладно, 3 секунды, надо было двигаться. Бежали. Пристабав по себе, дай сетерлет. Это хрен? Ну. Нет. Ну, ладно. Мы же в обычку пошли, 25 обычку. Тут нет, да, нет, здесь ловушка, здесь робот с салом, я отойду обратно. Близко к сигнальным не стоите сало получать, у них очень большого уровня. А, вот эти мобы появились сейчас. Кружочек слить. Emergency firebot, не бейте. Давайте сюда. Вот видите, как фокус Хира не заметил пламя. Ну его тут мало просто, поэтому не заметил его. А трудно заметить. Блин, плохо, плохо все разлилось, короче. Вот чудовищно плохо. Оу. Что было? Так. Трися, подымай Войда. Трися, подымай Войда. Сразу его захиливайте. Фога, подымай Хизифилакса, если достаешь. Если нет, то не подымай. Не достаю. Так, давай, звезду. Мы тут убейте сигнальных, убейте, убейте, убейте их. Ваня, ты где? Ваня, беги, я хилю. Беги, беги. Беги, не бойся. Короче, сюда надо привести босса к звездочке. Бля, не вижу ледяную бомбу. Помолимся, чтобы хорошо она раскинулась. Отлично. Видел? Пошли сюда, уводи босса. Дайте рост.
Держи рост. На центр поставь его, на центр, ставь иди скорее. Босса на центр. Отметка. Отметка красная сторона. Быстрее. Прям через босса она прошлась. Фуга поднимай, Англиф. Скоро обстрел будет. Англифа поднимай. Отбежали. Просто отбежали в звезду. Можете даже не бить этого босса. А, сукин сын, смотри как. Что это такое? Что за танк? Что он делает, жесть? Выводи из этой стенки. Выводи сразу босса. От красных меток отошли. Так, равномерно подбиваем босса. Отбежали от Шокова, давай Сакру. А нет, это не Шокова был, да? Ручка, это херня была. Ну, Шокова. Бейте туловище. Туловище, середину, бейте, милики. Красные метки отбежали. Сейчас будет снова обстрел. Здесь в середину тыкайте и смотрите. Так, давайте, звездочку встали. Добивайте уже. Отлично. Теперь низ 500к. На месте бейте. В огне только не стоит. Давайте добивайте скорее. Ну и низ все, низ. Вот, отлично. Плохо. Почти получилось без смертей, да? Да, ну завтра с пойдем без смертей уже. Так, тот, которого делает, себе, наверное, оставлю. Защитник. Воеватель. Вот это повезло нам с бомбой, да? Как она потушила все в центре. Да, фортануло. Было красиво. Похилить там полазали, мне мобильники буквально отойти надо. Че, чайник подогреем? Как говорю? Да, после такого надо отойти. Триня. Пеппер, надо тебе? Да, у меня есть. Ну туда же еще топовая на посланника, да? Да, нет. Не уходим. Она только напала, наверное, пойдет на посланника. Я не знаю, что шаман берет. Ну только на паладин. Вот эту, наверное, наберут шамана. Одну, вторую, не знаю. Тут хилов нет, не говорите. Есть, я тут.
Нифига себе, воля к победе. Так, Крис, я в СУ тогда. Угол в сове. Ух ты, ё-моё, да. У нас какой-то рейд престол. Шаман, целитель, ищу гильдию. Что ты говоришь? Подходит он. Он в чате. Шаман, целитель, ищу гильдию. Целитель? Да. Так, ну, судя по всему, надо трэш убивать здесь, чтобы пройти дальше. Ну, как это сделать? Хилов, ну, надо хилы, да. То еще танки. Блин, я такой кастую, а ходьба прерывает мне каст. Ладно, пока тоже отойду. Передмашек, никого передмашек не было. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Вот вам вар. ВРК скинул полезный макрос. Его нужно будет использовать здесь. Мутан скинул? Да, налив с гильдии. Так, кто будет в мини-зоне, вы не бьете ОЕ скиллами, потому что там может быть пар образоваться. С этого пара выйдет моб, который нам нужен для убийства ХМ. Поэтому во время боя используем только точечные скиллы. А ШМ можно? Ну, можно. Там не особо большой урон, просто с... Вот этот макрос, посмотри, ВРК. И сделай себе под свои скиллы. Там удар воина света, правосудие, чем ты там бьешь. Бурей не бей, а под остальные скиллы подпиши вот это канцел оура, фрагмент души. Не, ну там врага, пускай будет анимал джаз станч. Для БДК надо будет сбивать каст. Как же он? Не помню, как он называется, сейчас посмотрю. Куча что-то там. Какое-то там пламя, обжигающее пламя. Сейчас посмотрим. Жгучее пламя. Сейчас я покажу. Вот. Надо сбивать. Потому что этот дебаф снижает твой деф, ты умираешь как на турме. Теперь под вот это надо прожаться. То есть, типа как жаб твой. Этот ничем не сбить, надо только прожиматься. Давайте бафы по аварам. Кулак. Теперь... Надо 10 человек на рейндж. Это будет третья, четвертая пати. Третья пати в звездочке, четвертая пати в квадрате. Чек ФК. Да, ХМ делает. Четвертая пати в квадрате. Четвертая пати в квадрате, третья пати в звезде. Все остальные в мили-зоне. Так, Свата, ты не вешай бомбу на босса. Потому что она может взорваться и нанести урон по парам. И маги копии не жмите ни в коем случае. Я согласен с тобой, Джулиан. Я забыл. Давай, Чарам, ты лучше будешь в мили-зоне, а Альпич побегает в звездочке. Так. Метка безликого еще. Зеленый луч, который связывает босса и вас. Я говорю, Ник, вы выбегаете из рейда. И рейд тоже от этого человека отбегает. Свата, можешь прожать глыбу, если на тебя килинца дебафает. Не течет. Следим за своим игро, на пула нет. Пару секунд не бьем. Найс фриз, начинай. А, Фога, никакого звездопада. Маги копий не бьет. Да, и про копий тоже забьет. Четвертой пати отбегаем. Я танка сам похилю, хильте рейтера. Отбегаем от звезды. Третьей пати отбегаем. Нормально. Первый же бросок. И четвертой пати фейл. Опять отбежали, третья пати. От гутербола отбегаем все. Опять третья пати отбежали. Не бейте вообще РТДшки. Там Америки все снесут. Нам ждать долго. Он не. Четвертая пати отбежали, но там 2 минуты. Там Америки все снесут. Сейчас ДК прижимайся, это берса у него типа. Третья пати отбежали. Мак, у тебя 60% маны осталось. Экс Обливин, отбегай. Экс Обливин, отбегай.
Отбежали третья пати. Икс, блин, под босса вставай. Чё ты там делаешь? Третья пати отбежали. Я не ожидал, что на тебя кинется. Четвертую пати. До 10% боссов смело сливаете. Там еще плюс мягко отхили. Та же пати. Погрос сорвали, прожми глыбу. Вот, отбегает рейда. Третья пати отбежали. Хали Селаси, поднимешь Ваню. Стопаем по боссу, босса не бить. Минуту еще ждать. Отбежали. Нет маны. Зачем ты отвел сослетинка? Мирики, встаньте во фрейм боссу. Четвертая пати отбежали. Сейчас я поставлю на себя метку. Босс сагрился просто. Четвертая пати отбежали. Бутер был метка. Метка отхилить. Дети еще процента 2-3. Пати отбежали. Кто, кстати, демон? А, все, вижу. Четвертая пати. У нас две совы без маны. Сейчас будет саранитовый враг. Четвертая пати отбежали. Экинкрис, также держи его. Как босса держи. Фокус хира, отбегай. От него отбежали все. Все играем с саранитового стража. Четвертая пати отбежали. Можно уже, да? Да, можно бить. Что это пати отбежали? Четвертая пати отбежали. От копья обязательно отбегайте, но ваншота сейчас будет вас. Видите, что Триси делает? Третья пати отбежали. Так и что? Ну ты либо встань в мелизону, либо в РДД. Потому что на тебя кинется метка, отхилит босса, ты не отбежишь. Прожмись. Третья пати отбежали. Чего долго слышу? Маны нету, полрейда, третья пати отбежали. Вот блин. Видите, вот тоже я сейчас неудачно подбежал к нему. Он отхилился. На меня не открыла. О, криминал. Вот закупал этот бой, прохилил танка. Все ништяк. Я вообще не хилил. Так, а ребята жалуются, не хватает маны. Криминал в ЧС. Так, шлем безликого. Ну, объясните, кто ты. Так, изи хилла. Скрипт. Чё не реснули это, Лука? Сейчас ресну, подожди. Не заходи вон в ту. Спасибо. О, много осколков падает сегодня, я заметил, да? Ты просто не видишь, что я сделал. Опять сломали что-то? Там в каждом почти был.
нет давления, они вообще не падают. Так я заметил, вот после там с месяц назад они опять перестали падать, да? Ну как обнова вышла это, да, опять началось. Но я тут с пугами ходил недавно, теперь сколько выпало, блядь. У меня уже четвертый рейд ни одного, кроме Юга. Нет, два были уже в прошлый раз. Давай, может, не будем плюс 0 делать, чтобы было 0 осколков. А мы сделали без смертей, я осколок, короче, с йога выпал. Я хуй знает, как это работает. С четырьмя смертями. Есть же маленький шанс выпадения и так просто с плюс 0 он гарантирует. Да, да, есть. Когда я ходил, не падал при плюс 0 осколков вообще. Так, блин, значит, не хил. Чего? Физифилакс в танка. Посмотрим. Сейчас, секунду. Так, мы здесь. Кто хочет в комнату пойти? Так, они наджатся из фейстанки. Из филакс тоже. Макс Вата знает, что там было? Кто-то да знает. Кто еще трясет? Ты? Чё? Ты хочешь, ходишь вообще в комнаты? Каждый КД. Давай. Так. Кто будет хилить комнату, я или Вуди? Ты хочешь комнату хилить? Давай. Ну, подамажит там. Без понятия. Я не об этом. Короче, там и так много людей, кто умеет. Давайте пока так. Так, первая фаза. Если я говорю ник Милика, вы выбегаете из рейда. Добав наносит много урона. Третья пати заходит в левые порталы. Сейчас чек на ФК. Четвертая пати в правые порталы. Давайте попробуем так. Ваня, первый портал, Стаграм второй. Уэтхилл третий. Англик четвертый. Альпич пятый.